древности свисток был музыкальным инструментом. Сегодня этой музыке не рады ни пешеходы, ни инспекторы. Смельчаков, что перебегают улицу вне зебры, останавливали на Красноармейской 50-летие октября. За 2 часа поймали 5, в том числе Ирину Коваленко с Лизой. Мама призналась, нарушила правила впервые. Дочурка была против. Меня же и дергало, что мама... Нельзя так делать, пошли через светофор, а просто вот торопимся, реально торопимся. Так бы мы и не делали, мы всегда переходим улицу на зеленую, и она знает прекрасно. Я ее с детства учила, что как и что, и как правильно, хоть и торопишься. Штрафы. Я забыл, как штрафы приходят. Как приходят штрафы, Никита Пупкин вспомнит. Заодно освежит в памяти способы их оплаты. Вместе с другом перебегал дорогу. На двоих лишатся 1000 рублей. Если погасить возьмутся в течение 20 дней, сумму уменьшат. Проигнорируют наказание, через 60 дней приставы увеличат сумму вдвое. А вы знали, что здесь нельзя переходить дорогу? Девушка, я не хочу с вами разговаривать. Можно не трогать меня? Настроение девушки испортили на улице Амурской. Не дали перебежать проезжую часть между Островского и Шимановского. Сегодня в 7 местах оштрафовали 20 человек. За полгода 4000. Чаще всего пешеходы рискуют на пересечениях Амурской с Калининой и Шимановского, Октябрьской с Шевченко и Красноармейской, Студенческой с Институтской и Новотроицкого шоссе с Текстильной. У вузов и рынков ловят не местных. Вот, например, территория центрального рынка, либо, например, каких-то торговых центров, которые находятся возле центрального рынка. Большое количество пешеходов, переходящих в проезжую часть в неустановленных местах, ввиду того, что очень много граждан у нас приезжих, да, и из тех населенных пунктов, где у них не настолько развита дорожно-уличная сеть, поэтому они считают, что переходить в проезжую часть можно где угодно. Но делать это нельзя. С начала года под колеса авто попали 65 человек. 23 из них пострадали в ДТП по собственной беспечности, перебегали дорогу в неположенном месте. Кристина Слепцова, Андрей Белый, программа «Город».